Так, ну и давно у нас не было съемок, уважаемые зрители, подписчики канала. Сейчас посмотрим, кто тут у нас, чем занимаются люди. Оу! Ага, палево. Спалил контору. Ага. Ну покажи хоть прическу свою, ёпарасы-то. А, сам себе бы засадил, да? Красавчик, блин. Девку видел? Базарили тут, отправил, блядь. А, он там пошла, сейчас прийти должна быть. Должна прийти девка? Ничего себе. Такая охуенная. Олежка там прячется. Че наш Олежка спрятался? Здорово, всем, ребят. Здрасте. На телефон денег? Ёбаный, брат, а сколько у тебя на телефон денег? Да хоть, блядь, полтинник, ебать. На тебе, твою я выкинул эту хуйню. Это мне подарили подписчики, я тебе ее дарю, потому что у меня большая есть хуйня. Чуть-чуть такое. Это работает. Ну, это пауэрбанк, зарядка. Пистолет у меня спиздил, нахуй. Пистолет? Да. Я же не у телефона отдал, блядь. Хожу, понял, такой. Дурак. И малолетки поднимают. Мальчики поднимают. Шел в голову. Чего они хуяки снимались? Давай, Александр. А что вы встали? Макар, блядь. Пневматика? Макар, как Макар. Сань, сломанный. Там боек сломанный. Дурак. Ну, телефон сенсорный поменял, блядь. Видишь, на витаминах живу. Я тоже себе таблетки купил, витамины. У меня таблеток полный карман. Отпиваюсь. Я уже заебался. Хуль ты ржешь, блядь? 7 марта 100 дней будет, как я не пью. Саня, я помню, у тебя в марте день рождения, когда? 17-го. Готовь я подарок. Помню. 17 марта. Нет, подарок сейчас. Не 11-го. Налёшь? Ну, как? Что это такое? Тройка. А, новая, что ли, какая-то? Юбилейная. Стоит, ёбнешься. Да? Нальёшь, ему ты смотри, сидит. Ну ладно, я шучу. Чтоб ты не налил, Саня, свой нюхай. Если 150 рублей отдашь, отдаю в лёгкую карту. У меня уже этих трое, как конь наёбных. Такой-то нету. Такой нету, да. А чё эти, где остальные? Манька, нет? Мамба, у нас Маня, да, первая. Там гитара есть. У меня гитара, знаешь, какая дома, она? Нульсовая. Вот на день рождения я её услышал. Нулёвая гитара. Сколько струн? А? Сколько струн? Струн? 6. Хуйня. Хуйня? 12 круче. Она звучит круче. Деньги, денег жалко. Она стоит 29 косарей, самая дешевая. Надо, надо, стремиться к высшему. Ну да. Кто-то рассказывал, захожу в магазин на курс, да, сами сзади. А там бильярд стоит, а гитара. Бильярд я не унесу, блядь. Гитару брать, да. Че, блогеры сегодня не приезжали, никто? А, хуй они приедут до выходных, никто, ну. Так, сигареты я купил, что еще мне надо? Леха, Красноярск, привет. Спартак, братан, здорово. У меня нет денег на телефоне, не могу написать тебе. О, зачет, наконец хоть один, блядь, привет и передает. И... Кристина, тоже привет. Кази Гопа, тоже привет. Андрей, Казахстан, тоже большой привет, огромный. Всем, короче, вам большой отдельный привет. Да. От Савеловских бичей. Хотя девка подходит. Понимаешь, да? Да. Юбки короткие, розовые. Да. В туфельках. В тапочках юбки, можно сказать. Девушка, откуда вы зимой здесь нарисовались в таком виде? Вы знаете, ребят, только вчера приехала с Геленджика, по-моему. С Дубая послышалось. Мне послышалось с Геленджика. С Дубая.
А какой адрес вам надо? Ну, нашли ей адрес, вон. Сейчас она говорит, сейчас ребят, подойду, пивка. Ну, попиздеть. О, ничего себе. Движусь. Такая прикольная, понял, глаза такие весь. Ну, у нее линзы, походу, стоят. А так красиво вообще, зачем? Ну, в маске, правда, хуже. Потому что глаза, да, там лисие такие. Еще покрашены так? Какие коварные, блядь. Ну-ка еще раз лисьи глаза покажи. Лисьи. А? Как ты показал лисьи глаза? Лисьи, это, блядь, такие прищуренные, еще покрашены так, блядь. Вот в натуре. Ну на тебя убили, похож, нет, или покрасился? На кого? На нет. Тебя похож, да, или покрасился? Покрасился. Покрасился? На меня, а что мои? Так, по легкому агент, а прикинь. Я говорю, мои ты глаза как у шакала, а у нее как у лисы. А мои как у волка. А какой адрес ты спрашивал? Я же запишусь там, где-то в оптике, да, где-то записали. А, оптику? Вот она, оптика. Да, оптика, и рядом где-то туда. Студия, не студия красоты, да, вот, Ксения Ресничка. На встречу я ничего подобного не встречал. В юбке, Сань. В юбке, о, баба в юбке. Хуй у нас еще не встал, ничего. Там уже долго, наверное, походу устанет. А завтра вечером на самолете в Дубай. И здесь мы стоим на нее и думаем, как ее проводить. Вас не заберет с собой? Поедем. Мы сейчас поговорим, а я поеду, у меня документов нету вообще. Я вообще не взял. Лапы хвост и все. Лапы хвост? Вот мои документы. Ну а ты на сколько из дома выполз? На недельку? Не знаю, денег нету. Было 100 рублей, Валера губа, блядь. Пусть пистолет забрал, я у тебя деньги стрелять не могу. Ты с пистолетом деньги стрелял? Да. А возле банка? Обаянием и языком надо стрелять. Они... Языком? Языком? В смысле? Ты сейчас не говоришь. Язык есть, выговаривай. И все, что... Вот Олежка у нас языком сказать, деньги стреляет. Напрямую? Нет. А что? Я сейчас это... Прямая интересная. Можно завести, да, у меня батарейка с собой. Так, ну это будет как маленький анонс. Что там у тебя? А, это... А этот провод у тебя есть? Блять, только я хочу заняться каким-то делом. Мне постоянно спать начинаю. Только заснул. Кто-нибудь, блять, меня вот это вот черный вставай, блядь. Я вам что, блядь? У меня сегодня небольшое горе. Перевели деньги на Сбербанк 9700 с лихоем. И да, я уснул, короче, я с ночи сегодня, ночь работал. Уснул и не слышал смс-ку, и судебные приставы въебали все. Ну что, братан? Ну да, без лоха я здесь плохо. А тебе должны, кстати, пацан перевести. Деньги. Пусть это, ты говори, пусть курсуют. Сначала да, позвонят, да, потом сбрасывают бабки. Я потому что сказал, да. Красноярского пацанчика. Ну, значит, передала привет. Угу. Привет Красноярску. Вот хоть один, блядь. А то эти уже там люди жалуются, знаешь, ну не жалуются, а просто говорят, ёпта, блядь, столько добра им делаем, да, нахуй, они привет, даже привет, спасибо, блядь, да, не скажут никто. Большое то, что вы делаете. Спасибо огромное. Вы люди добрые. Будьте с нами рядом. Это тёлка, которая сейчас Сань была. Ага. Кто говорит? А я вас видала. Кино где-то. Да. А какого вы туда ладите? Вы, говорит, блогеры, блядь. Мы не блогеры, мы актеры, говорит. Блогеры, сейчас подойдут, блядь. Полный карман. Да, я вас видала. Таблеток. Я хороший снимать, Сань. Ну это, если там, знаю, дай бог, все нормально, у тебя там с судами, с мудами, 11-го там и сходим на паспорт, Сань, закинем. Я сейчас опера видел. Танку дали
ну, осталось 4,5, год отсидел, 5,5 даже. Тайсону 3,5. А этим молодым-то там что-то помню. Ленка в мае откидывается, Малек в декабре, в ноябре. А Варсак? Варсак пошел. Варсак на связи с этим, с Ромой. С Ромой, с адвокатом названы. Юристы. Ну да, юрист. О, тоже из дома выгнали, что ли? Выгнали. С матрасом пошли под это, под ветродуйку. Ко мне бабло в форму, блядь. Ну где это ваша в розовой юбке? Я уже, вы меня уже заинтриговали. Она не включается. Вот кнопочка там, вот она. Все, пошла жара. Ну вот такие, ребят, друзья, слава богу, дела, слава богу, все. Мама, ты что, я ему пиздюлей дал, он ушел. Амбе вообще надо пару слов сказать тоже, я его увижу. Заебал, нахуй. Козлиная розовая. Продажный, я же говорю, продажный. Да, он там говорил. Я ему, знаешь, как говорит, я ему сказал, купи мне струну. Типа маэстро, блядь, сказал. Нихуя ты, Вася, блядь, сказал ты мне, блядь. Я тебе сейчас, блядь, так скажу. Чертила, да губа, блядь, это. А, губа? Да. Ладно, ребята, смотрим ролик, коротенький, но по делу. А не поставишь, все по делу. Как объяснить, что в эту сторону выходил человек? Шестой выход. Шестой выход. Да. А, шестой выход из метро. Ага. Убери камеру. Это где это? Здесь. Вот этот, короче, срать пошел. Вот тип стоит. Срать пошел. Ага. Мужик подходит к нему. Что делаешь? Говорит, сру, сигарету дать не надо, говорит. Тёлка подходит, говорит, тебе что, плохо? Нет, говорит, миништяк. А что делать? Сру, говорит. Она с сугробами вот там ебанула. А что съел? Алмазы. Ну, погодка сегодня нормальная, ветра нету, все хорошо. Подпишитесь, ребята, на канал. Кстати, дура. Кинула нас 250 рублей. А, Саша, ну она может. Подпишитесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо всем огромное за просмотры. Вообще огромное спасибо вам всем, пацаны. Кто нас, да, подписывает. Черненький. Спасибо. Вот, маечку я ему подогнал. Да. Батареечку подогнал. Все, подстриглись. 11-го сходим по поводу паспорта. А вот наши, так называемые, друзья в кавычках идут, блядь. Ебать их в рот. Да. Сейчас они зададут мне, наверное, пару вопросов. Ну ладно. Всем удачи.